внесения государственных флагов и исполнения гимнов Российской Федерации Республики Татарстан началось торжественное мероприятие, посвященное одному из самых значимых праздников для педагогического сообщества – Дню Учителя, которое прошло во Дворце культуры «Энергетик». С профессиональным праздником учителей поздравил глава района. Ваша профессия такова, что вы всегда на передовых. Вы не только учите и воспитываете, вам приходится отвечать за здоровье и жизнь своих учеников, оберегать их от внешних невзгод, становиться для них и другом, и опорой, и примером для подражания. Сегодня в школах и детских садах Заинского района трудится 425 учителей, 286 воспитателей дошкольного образования, 37 педагогов дают детям дополнительное образование, а ученики радуют педагогов своими достижениями. За плодотворный труд, высокие результаты – более 40. Педагогам были вручены заслуженные награды. На церемонии награждения были вручены нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Также были вручены почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, почетные грамоты и благодарственные письма руководства района. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.